Здравствуйте! По такой отличной погоде дома-то грех сидеть, да? Да. Ну чё, пора уже приступить к тому, к чему я давно собирался, а именно посещать ближние руины, чтобы не только самому любоваться, но и вам показать. Так что, поехали! Так, еще раз. И да, одной рукой неудобно. Вот теперь поехали. Итак, что у нас тут есть? Бобры, утки, раки, шикарный мельничный пруд и руина Буркальниц. Очень просто, буквально в шаговой доступности. Я очень давно хотел заняться этим. Есть такая карта, где отмечены все руины Баварии. Ссылочка на нее вот она тут. И там есть описание замка и, соответственно, небольшая про него история. И где он, собственно, находится. И вот я давно уже хотел взять и объехать все эти руины. Но как-то все не складывалось. Именно вот ради такого проекта я даже, можно сказать, и начал вот всю вот эту вот видеоисторию учить. Бургруины. Но потом. Не в этой серии. Офигенно тут. Хорошо, что выбрался. Очень-очень большой соблазн прямо сейчас пойти и залезть. Но нет. Не в этой серии.